Сегодня исторический день, мы все это понимаем. Безусловно, этот день войдет в историю. Я думаю, наши внуки будут в учебниках истории читать об этом дне. Мне звонят с разных избирательных участков. Огромная активность. У меня никогда не было такой активности ни на одних выборах. Ни на президентских, ни на парламентских. Сегодня Севастополь и Крым выбирают свой исторический выбор. То, что результат будет однозначным, я даже... Это видно. Это видно по настроению людей. И сегодня трудно переоценить значимость этого дня. Сегодня мы восстанавливаем свою историческую справедливость. Мы 23 года жили в изгнании. Сегодня мы идем к себе домой.